В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Шаблон. Делают его из выкройки картины. И вот так вот потом прикладывают, чтобы долго здесь не разбираться, не смотреть там куда плюс, куда минус. Вот они поставили сюда. Вот. И прочертили линии. Вот они, все линии можно прочертить. Но есть еще другой вариант. Допустим, вы хотите все это сделать прямо на металле. Ну, пожалуйста, можно прямо на металле это все откладывать. Но для того, чтобы это все быстрее пошло, нам все равно нужно будет отложить 10 миллиметров вот от этой линии. То есть сейчас мы ее сейчас прочертим. Вот у нас эта линия. Так. Так, чертит она. Не очень видно. Сделаем более толстым фломастером, иначе не будет ничего видно. Ничего не будет видно иначе. Так, вот мы берем. Вот, и прочерчиваем. Вот, прочерчиваем. Понятно, сейчас мы ее аккуратнее сделаем. Вот. Вот у нас эта линия, вот она. Вот к этой линии теперь, вот к этой линии, мы прибавляем 10 миллиметров вперед. Вот 10 миллиметров вперед и 10 миллиметров назад. Понятно, да? И параллельные линии, что их не нарисовать. Вот, 10 вперед. Вот линия у нас будет одна. И 10 назад. Вот у нас вторая линия будет. Это я вам рассказываю все по классике, как правильно делается. Мастера делают все по-разному, поэтому вот. Ну и окончательно, чтобы понятно вам было, вот мы ее заваливаем, кромку. Вот мы эту кромку заваливаем. И прямо по ней чертим. Сейчас немножко отогнем. Вот как делают на крыше кролички. Они, некоторые этим не владеют. Не будут же они там делать эти бумаги, эти все. Вот я показываю, как прямо на металле, но принцип, чтобы вы поняли, с бумагой вместе. Вот. Ну и теперь вот. Вот она у нас, эта линия, вот она. Мы просто ее соединяем. Чтобы вам понятно было, откуда этот угол берется. Вот она, эта линия. Если мы ее приложим, вот если мы ее приложим, вот эта линия, вот она. Понятно, да, откуда она берется. Ну и все, теперь мы ее просто подрезаем. Просто ее подрезаем. Ну что, у нас ведь есть вторая линия. Не забывайте. Не забывайте, это у нас линия не для подреза. А для подреза у нас линия, это параллельно этой линии, у нас будет линия, которая, на которую мы, вот сюда же мы еще назад отдали 10 миллиметров. Вот мы 10 миллиметров, вот отсюда, вот она у нас. В самом деле, вот. Отсюда, вот она у нас. В самом деле, вот. Вот эта линия, которую мы делаем, вот она, ну, понятно, я сейчас ее стер. То есть мы параллельно этой линии
Так, ну чтобы опять понятно было еще раз нарисуем. То есть вот, параллельно этой линии. Вот она. Мы проводим параллельно ей. Параллельно ей угол понятный, да? Вот эта линия. Вот это у нас уже будет линия реза. Откуда мы ее взяли? Понятно, да? То есть мы добавили сюда еще 10 миллиметров. Я пишу 10. Вот это у нас линия будет реза. Вот фактически вот она у нас получается. Если приложить, вот, если ее приложить, вот у нас, вот эта вот линия у нас получается. Вот, вот она. А угол я уже показывал, откуда он берется. То есть мы определили вот это вот. Вторая наша линия, вот она. Вторая наша линия, вот эта. Вот эта линия реза. Сейчас мы ее порежем. Это если вот делать на металле все это. Так, да. Погнуть. Можно. Ну и с этой стороны у нас. Так, сейчас мы. Вот. То есть у нас вот эта вот часть пойдет, вот она. Вот у нас эта точка. Вот эта точка риперная. Вот. И от нее уже мы режем вот эту часть. То есть мы сейчас вот это все. Вот это все мы сейчас должны отрезать. Должны отрезать. Так, изловчиться надо. Четко. Вот. И вот эту часть все мы сейчас. Вот. Вот это вот, чтобы. Вот у нас 10 миллиметров же надо, да? Вот, мы сейчас это все прочертим. Уже у нас четко все было. Вот. Вот так вот. Все. Вот эту часть мы сейчас все отрезаем. Вот, все отрезаем. Всю часть вот эту. Вот если без бумаги, вот, можно самому здесь прямо на металле все это потренироваться. Вот, приподнимаем, потому что можем ножницами вот эту кромку задеть. Отрезать. Вот так. Надо аккуратнее, без петушков. Вот. Все. У нас теперь четко все. Вот. Ну и с этой стороны теперь мы вот подрезаем. Подрезаем с этой стороны. Прям по линии. Вот то, что мы добавили 10 миллиметров. Вот так вот четко у нас теперь все получилось. Ну, эти линии теперь гибаем обратно, приводим в наше положение обычное. Вот. Вот. Вот так вот все мы сделали. Вот. Хотим проверить, можем приложить наш шаблон уже. Вот. Проверяем, все четко. Все совпадает. Значит, все сделали правильно. Немножко подровняем. Немножко подровняем, но это не страшно, все равно потом будет отгибаться, закрываться. Вот.
что мы делаем дальше? Значит, дальше мы устанавливаем нашу вторую картину. Вот она. Вот она, наша вторая картина. Тоже выпускаем. Смотрим. Главное, чтобы она...